Всем привет! Московский областной суд сегодня в третьем заседании наконец-то рассмотрел жалобу Артема Любимова на постановление, по которому ему назначили 15 суток ареста. Сегодня допросили оставшихся свидетелей, которые путались в своих показаниях, ухмылялись в ответ на вопросы защиты, говорили «не помню», «это здесь помню», «здесь не помню». В общем, вели себя, в принципе, достаточно неадекватно для настоящих свидетелей. Московский областной суд пришел к выводу о том, что вина Артема Любимова в неповиновении законному требованию сотрудников полиции не доказана, и прекратил производство по делу. Сейчас, как отдохнет Артем, мы будем садиться, обсуждать обращение за компенсацией и будем обжаловать действия сотрудников полиции. Всем спасибо за поддержку, до новых встреч!